Все почалося з того, що я зробила для себе невеличке відкриття. У репертуарі нашого Миколаївського театру «Ляльок» є моновистава. Взагалі-то виконувати моновиставу досить складно, адже актору доводиться утримувати увагу глядача годину, а то й більше. Як із цим впорається знана майстриня театру «Ляльок» Людмила Артеменко? Подивимось. Сьогодні вона пропонує нам казкову історію «Гуси-лебеді». Що ж, проходимо у залу? Да, все дела свои справила.
Ой, а как же Иванушка? А, Ульяночка, а ты беги в лесок, а я посижу, березку постерегу. Ребята, давайте мы с вами поиграем. Но будьте внимательны, а то я вас буду путать. Договорились? Да. Итак, в лесу деревья высокие, большие. Спасибо.
Вражена двома речами – віртуозністю актриси і тим, як щиро і відверто реагувала малеча на все, що вона робила на сцені. Що ж, треба сказати слова вдячності особисто і познайомитися ближче. Людмила Матвіївна, дозвольте вам висловити щиру вдячність за виставу. Це було перевершено, це було віртуозно. Ви бачили, як реагували діти. Втім, ще кажу, ви бачили. Мабуть, вистава вже йде не перший рік. Скільки років цій постановці? Ви знаєте, наверное, років 10-11. І я горжусь, що у мене такий є спектакль. Це подарили мені театр кукол, наш Николаївський з Вікторією Петровною і режисер Урицький, які вирішили зробити для мене подарок на юбілей. Спектакль дуже цікавий. І ви знаєте, коли актриси дарять от такі спектаклі, це вже вершина мастерства. Потому что это настолько ответственно, настолько интересно, потому что тут работаешь один. И партнера нет, ты и партнер, и музыкант, ты и звукооператор. Ты сам сосредотачиваешься именно на эту работу. Поэтому моноспектакль, я считаю, это, знаете, вершина всего. Вот для актера это просто как вершина айсберга. Я очень рада, что есть у меня такой спектакль. А мы очень рады, что есть такие замечательные традиции в театрах, когда к юбилею дарят главную роль, а в данной ситуации даже не просто главную роль, а еще и спектакль на одного артиста. Действительно вершина мастерства, и действительно мы понимаем, как это сложно. Расскажите, как велась работа над спектаклем, кто вошел в постановочную группу, наши это режиссеры-художники или приезжие, и, конечно же, кто выбирал материал, и кому пришла идея в голову, чтобы именно «Гуси-лебеди», а не какую-нибудь другую пьесу, взять в работу для вашего моноспектакля? Вообще, Михаил Урицкий, который предложил театру поставить «Гуси-лебеди». Как бы администрация театра говорит, надо какой-то спектакль для актрисы мастера сцены, чтобы это было и красиво, и достойно. И он предложил «Гуси-лебеди». Художники, в принципе, все наши были. Единственная Валентина, не помню ее фамилия, которая делала куколки, вот эту всю декорацию. Когда приехал Миша и говорит, ну что, будем работать, Людмила Матвеевна? Я говорю, ну да, конечно. Разложили все эти вещи, все куколки, все платки, все шапки, этот костюм. Я говорю, а куда же это все девать? Он говорит, в походу будем это все делать. И мы с ним за 9 дней вот создали этот спектакль. Мы уходили с ним в 11 часов, в 12. Я приходила домой, учила роль, потому что я понимала, что подсказать мне некому. И даже Виктория Петровна звонит и говорит, Миша, давай, отпускай актрису, ты мне ее угробишь просто. А мы с ним решили вот до конца пройти вот этот период. Было очень интересно. Во-первых, он давал возможность мне самой все это реализовать. Конечно, сложно технически, надо было запомнить, где там все липучечки, куда приставить, когда одеть, слушать музыку. Я всегда говорю, моноспектакль – это шедевр для актера, потому что это единственное. Все единство с куклой. И когда я приходила, говорю, Миша, я не помню, куда мне что лепить, еще текст и образы. Он говорит, у тебя все получится. Я считаю, что мне повезло в жизни с таким спектаклем. Хотя репертуар большой за мои 100 лет, как говорится. Но, в принципе, мне нравится работать в нем. В этом спектакле много игр, спектакль интерактивный, загадки есть. Кто подбирал загадки, игры, или они уже были прописаны в пьесе? Нет, в пьесе не было этого. Мы когда с Мишей Урицким начали
разбирать пьесу, посидели с ним, пообщались, примерно мы с ним проговорили, что, как оно будет выглядеть. Но Миша говорит, понимаешь, Людмила, вот не хватает, яблонька упала моя, не хватает вот такого, чтобы с детьми поиграть. И он, Лена у нас Антонова, она говорит, я подыщу. Он говорит, надо и такие, чтобы игры были, и загадки. И вот она предложила нам несколько, и мы уже так сели, просчитали, что вот эта загадочка пойдет, вот эта загадка пойдет, как бы к речке, к печке и так далее. 10 лет идет спектакль, наверняка каждый спектакль идет по-новому, потому что и дети по-другому реагируют, и где-то абсолютно. Детки старше, где-то детки меньше. А были какие-то спектакли, которые вот в которых все шло не по плану? Вот не так, как обычно. Вы знаете, да. Но не может быть, понимаете, вот одинаково, вообще в жизни что-то одинаковое, да? Обязательно что-то идет, как, ну вот, как говорят, песню спел. А бывает, ну вроде уже аж пот выходит, а ничего не получается. И, конечно, зависит от зрителя. Вот какой зритель попадает в зал? Вот есть зритель такой, на одном дыхании работаешь. А есть зритель, который, ну, вот смотрят, слушают, не обращают внимания. Я им рассказываю, им показываю. И я одна начинаю играть, танцевать, хлопать. И когда заканчивается мой спектакль, я говорю, вот это я наигралась. Потому что дети как-то, ну, кто-то как-то, там один, два, три. Ну, не от того, что это неинтересно, а от того, что... Они в восторге, потому что это как-то интересно, это как-то ново, это необычно. Потому что актриса выходит и работает в таком амплуа, и очень яркий костюм, и там, если вы видели, яркие такие островочки с грибочками, с цветочками. И поэтому они завороженно дивляться так. А есть такие участвуют, что остановить невозможно. То есть они во всем участвуют, они помогают, подсказывают. Я не могу их остановить. Вот разный зритель. Но вы знаете, это хорошо для актера, потому что не дает расслабляться. Актер все время в тонусе, в таком, знаете, в профессиональном тонусе. Нельзя расслабляться. Хотя всякое бывает. Сегодня открою секрет, что я Ванюшу леплю на липучку, а он все волосы, вся его рубашка, вся залепилась, и я его не могу. А это же меня выбивает, потому что я же еще общаюсь, а технически мне это так. То есть вот эти моменты, которые никто не замечает, как обычно. Но это есть. Бывает всякое в спектакле, поэтому... Но зритель очень помогает. То есть моноспектакль – это настоящий экзамен, да? Да, для артиста, экзамен на зрелость, экзамен на профессионализм. Спектакль идет достаточно долго, как для спектакля репертуарного. Не думали ли вы о том, чтобы вот сыграть еще что-то, тоже моноспектакль, но уже по другой пьесе? Были такие желания или все-таки вот он один, единственный, неповторимый и... Прекрасно, что он есть, и дай бог, чтобы он жил долго и, может быть, вечно этот спектакль. Ну, я думаю, что у каждого актера есть такие моменты, что хочется что-то играть. Вы знаете, наверное, видели наш спектакль «Ханума». Это тоже мечта актера, мечта. Мы в этом спектакле просто все растворяемся. И каждая роль – это индивидуальная. Конечно, хочется, всегда актеру хочется что-то новое. Я сейчас не могу сказать, вот что бы я сыграла. Ну, «Снегурочку», конечно, уже не сыграю. Ну, я так, к примеру, говорю. Но вот что-то такое интересное для меня – а любой спектакль – это все равно что-то новое. В любом случае, как бы ты ни хотел. И новая кукла, и новый режиссер, и новая постановка. И то, что происходит с актером, это всегда начало. Вот первый раз, как ступил, вот первый шаг сделал. Поэтому, если бы предложили какой-то моноспектакль, допустим, интересный такой, чтобы... Я бы, наверное, не отказалась, потому что для актера это просто подарок жизни. –
До складних ролей як готуєтесь? Є якісь такі традиції, щось таке особисте? Чи, можливо, щось не їсте? Чи навпаки десь, я не знаю, можливо, гуляєте зранку, щоб так настроїтись, налаштуватися на образ? Що робите? У мене взагалі традиція така, обов'язково п'ю воду перед спектаклем. Ну, знаєте, як очищення йде якесь. От п'ю воду. Обов'язково гімнастика. Дыхательная, физическая, обязательная. Я стараюсь общаться со всеми, чтобы мне вот набрать вот эту энергетику. То есть я не сижу отдельно, как бы вот это, а я общаюсь, я разговариваю, мне надо общение, чтобы я набрала вот этот темп-ритм. Вот. Есть спектакли, ну, естественно, это повторы пьесы, роли. Я мысленно прохожу все мизансцены, то есть я могу уйти на каких-то 10 минут, чтобы подготовиться. Вот просто подготовиться, окунуться вот в себя и занять эту нишу, в которой я сейчас буду работать. А вот. Есть, естественно, тренажер с куклой. Это обязательно. Если это марионетка, то работаешь с марионеткой, набиваешь руку, поправляешь ниточки, как она ходит. То есть надо чувствовать вот это. А гопитная точно так же. Берешь себя, чувствуешь, берешь в руку и проходишь те мизансцены, которые тебе надо зафиксировать, чтобы вот, а может быть так вот. То есть есть в любом случае тренажер какой-то. Какая в вашем сегодняшнем репертуаре кукла самая любимая, вот с которой вы сливаетесь и получаете самое большое удовольствие от работы? Наверное, на сегодня, в Хануме бабушка Ануш. Вот там я просто растворяюсь. Потому что, настолько я ее чувствую, и она для меня, может быть, от того, что не хватает у меня бабушки в жизни, а вот это, вот, знаете, как забота о своей внучке Сане. Поэтому, наверное, все-таки вот марионетка бабушка Ануш. Все! Обедать иди! Не хочу. На диете немного посижу, для фигуры полезно. Ой, мэ! Кому нужна твоя фигура? Князю старому? Ему деньги твои нужны, а не фигура. Сона, а между прочим, твой учитель мне очень нравится. Мужчина в моем вкусе. Правда, бабушка? Ай-мэ, ты думаешь, бабушка ничего не видит, ничего не слышит? Все вижу, все слышу. Когда вы на рояле четыре руки играли, Вайме, только две играли. А что две другие делали? Погодьтеся, у театрі «Ляльок» все якось надзвичайно. Якісь чарівники, актори театру «Ляльок». Що побажати такій знаній актрисі, що побажати майстру? Мабуть, цікавих ролей. Мабуть, ляльок, з якими не нудно працювати, які відкривають якісь нові сторони, нові грані в актрисі. І, безумовно, талановитих режисерів. Ще хочеться побажати гарної драматургії і взагалі гарного настрою щодня, щоб ви цим настроєм ділилися із глядачами. Сподіваємося, до нових зустрічей у театральних дослідах!